요 Сверху мы стоим. Подойди к нам поближе, мы сейчас сильно любоваться. А, ну надо. Человек в вашей жизни, которого вы вообще могли встретить. Просто хотела добавить, что если вам мама еще до конца не раскрылась, просто хотела вам сказать, что это самый понимающий человек, которого вы когда-либо встретите в вашей жизни, потому что она всегда вас выслушает, даст вам правильный совет, и если, допустим, вы сомневаетесь, или не сомневайтесь, что она вам подскажет, как лучше сделать, как не надо делать. Даже если вы не ее родители, все равно. Да. И всегда прислушивайтесь, потому что мама очень тонкая, и она прожила очень много всего в своей жизни. И прошла такой огромный период времени, чему, где она многому чему научилась. Поэтому у мамы есть огромный опыт в жизни, и он вам тоже может пригодиться. Спасибо. Продолжим следующим словом. Она просто, она как бы все говорит по фактам. То есть если человек такой, значит мама говорит, что человек такой. Если человек такой, значит говорит, что такой. Поэтому на мужском, женском просто там люди такие приходят, что... Что их надо? Очень разные люди приходят. Очень разные люди приходят, но что главное хотела сказать, что мы все очень любим маму, да. И мы хотим сказать, что мы счастливы, потому что у нас. Стоп! Я хочу благодарить Господа Бога, что дал вам такую жизнь. Это настоящее счастье, поверьте нам, за все. Вам завидую. И я считаю, что просто мама самая лучшая. Побежали. Ура! 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 Я знаю, говорю, кто будет свадьбу вести в нашей внучке. Юля мне сегодня написала, что это будет просто тихий маленький ужин. Небольшой столик, только самое близкое. Но на самом деле, да, если бы не только самые близкие здесь были, надо было бы снимать четырехэтажный ресторан. А поскольку здесь только самые близкие... Заработаем! Юль!